Украине. Приветствуем от Полонского, ребята. Очередная зрада понеслась по украинскому интернету. Ой, Европа не даст снаряда. Что ж такое? Оказывается, что вот лидеры Европы, которые сегодня были, у нас сегодня их тут в Киеве много, заявили, что мы получим 176 тысяч снарядов в ближайшее время. Боже, что тут понеслось? Все, снарядов не дают, все пропало. Клиент уезжает. Кошмар тоже, да? Обещали, мол, миллион или полтора миллиона, а дают 176 тысяч. Ребята, миллион или полтора миллиона обещали до конца этого года. И они, а может даже и раньше будут. А вот эти 176 тысяч, это, так сказать, первый транш. Это будет 176 тысяч снарядов мы получим до конца марта. То есть вот за остаток февраля и за март. Это по линии Евросоюза. Что там будет еще по линии отдельных стран? Что там будет по линии Болгарии? Что там будет по линии Румынии? Это сюда не входит. Это отдельная песня по линии Германии и так далее, и так далее. То есть есть несколько по линии НАТО, например. Есть разные направления. Вот это направление от Евросоюза. И вот мы по нему получим за, получается, еще одну неделю февраля и за март 176 тысяч снарядов. Ну, я не знаю, в чем тут зрада, как бы, это уже, скажем так, выходим, ну, на сколько там, тысяч на пять в день снарядов. Плюс там оттуда, отсюда, я же говорю, Болгария, Румыния накидают еще, плюс еще что-то там придет. Уже будет нормальное количество, уже не будет такого тотального, знаете, дефицита, как был вот в январе, в начале февраля. Так что зрады нету вообще на пушечный выстрел, все наоборот, как бы начинает устаканиваться. И еще один момент насчет, опять-таки, тотальной зрады, которой нет на самом деле. В марте мы получаем первый транш от Евросоюза, финансовый, 4,5 миллиарда евро. Так что все будет Украина.